Всем привет! Делаю супер короткий обзор на аромат Eternity Flame от Calvin Klein. Кому нравится, слушайте. В общем, фрагрантика в первую очередь говорит о том, что это аромат амбровый, бальзамический, цитрусовый, белоцветочный, сладкий, мускусный. Значит, прежде чем я вам расскажу, что входит в нотный состав этого аромата, я скажу, что слышу я. Я слышу бальзам, амбру, и я слышу немножко вот таких древесных ладанных нот. И основной акцент для меня – это вишня. Вот я слышу такую деревяшечки и вишни. Аромат классный, но он такой, скажем так, тяжеловатый достаточно для любителей тяжеленьких ароматиков. Но очень-очень приятный, такой обволакивающий. Относится к группе «Восточные цветочные». Это аромат 2019 года. И что я могу сказать по нотам? Значит, у нас здесь лабданум. Это, кстати, цветочек разновидности ладаника. То есть относится к ладанум как раз. Мандарин и зеленый сладкий горошек. Цвет горошка. Вот цитрус очень чувствуется, но почему-то он для меня на втором месте. Я слышу больше вишню. Очень прикольный аромат на зиму, либо на вечер прохладный. Уютный такой аромат. Так что всем рекомендую. Вот на фрагрантике о нем хорошие отзывы. В принципе, я поддерживаю. Так что если кому-то хочется какой-нибудь несложный, обволакивающий, теплый аромат, уютный, вот, отлично подойдет. Вот вы видите, много оценок нравится. Так, вот эти ноты. Лабданум, мандарин и сладкий горошек. И вот отзывы. Кому-то перец слышно, кому-то мужские ноты. Это кто любит бальзамические ароматы, такие достаточно сладкие, но не приторные, с изюминкой. Этот аромат идеально подойдет. Всем хорошего дня!